Здравствуйте, товарищи. Слушай, как дела? Как это понимать сообщение от твоих зрителей? Не обижайтесь на Блэка, он у нас в ступеньке. В порядке вещей. А ты у тебя... Я потом зайду, посмотрю, кто это написал, ладно? Я знал. Подписчик, все нормально. Да, он тебя любит, он... Да, я посмотрю, этого уже не спасет он. Добрый. Ну, норм. Пичун, Дун, Пичун, Дун, Пичун, Дун, Пичун, Дун, Пичун, Дун. А кто-нибудь переведите, что он хотел сказать, пожалуйста? Ау! Ты отвлек меня. Говорить. Что происходит? Что произошло? Ой, блин, капец, здесь, капец. Сложно. Ой, сейчас будет где-то Тимоха, или как его зовут? Как его там был? Тихон, вот, вспомнил. Это жопа? Что? Да, Путин нарисовал. Путин так нарисовал кота. Прощай, Кризма. Неплохо, неплохо. No rest for the wicked, however. On to the next one. Так. Машина едет. Ебать, да как ты так-то? Зато теперь с первого выстрела, ясно. О, боже мой. Надо два раза. Нет, надо просто попасть по ней. Как я это сделала? Ты притворяешься, да? О, боже мой. А, ну да, мы же шкуру продадим. Артур, я получил права, обмывай, выпей ты со мной. Мне нравится. Чувак, ты просто охерителен. Давай бахнем соку. Желаю тебе водить без аварий. И чтобы у тебя... Не было проблем с техобслуживанием своего автомобиля, ты понял? Чтоб все было хр... Так, где моя шкура? А, она не слетела. Короче, чтоб ты водил слегка получше, чем я. Шкура на месте, шкура на месте, все хорошо. Не пей за рулем, никогда, даже сок. Нет, только не говори. Ты же и есть Аптип, верно? Да, это я, это удивительно. Откуда ты это знаешь? Потому что ты выглядишь именно так, как сказал мой дед. Я голубой. О боже, да какого хрена? На. Он сломан, у него разбита кость, и он не может шевелиться. Он может хилиться.
Бульбазавр, ну ты, конечно, нарвался, потому что моя жопа готова для тебя, уже ты сказал. Нанна! Так, страдай. Пикачу! Нас забанят к чертовой матери. Слушай, ему, по-моему, нравится здесь. Это точно детская игра? Подождите, что происходит? Так, хорошо, он меня, по-моему, просто любит. Не-не, тебе не нравится? Тихо-тихо-тихо, спокойно, хорошо, я буду продолжать делать это здесь. Хорошо. Уже нет? Все? Тебе надоело? А вот тут вот, да, теперь? Хорошо, а правый тоже помассировать? Так вот, чего не хватало позавчера тебе, да? Так, хорошо. Вот так вот. Да-да-да-да. Я сдаюсь, прости. Русские не сдаются мне. Сука! Тихо, спокойно. Это было странно, говорит. Это вы странные. Так, нет. Сегодня твой счастливый день, все, уходим. Эта миссия уже не имеет смысла, потому что она очень маленькая. И в ней мало чего нового можно сделать. Но можно было. Оно же занимает 6 слотов. Только что все было хорошо. Теперь ты куда-то все это перепихал. Ну, боже. Пихай. Как говорила одна моя знакомая. Блин, опять это было, блядь. Даша, не говорите, пожалуйста. Какого хрена получается сегодня с диалогами? Нету в списке. Кого? Меня? И ты, наверное, ищешь Блэксилер Уфу просто. Должны мы, значит, мы не будем у него брать интервью, если его нет в списке. Капитан Варриорс должен быть Блэксилер Уфа, который это играл в игре. Это я есть, да, это я есть. А он у меня. Наушник. Если что, я Блэксилер Уфа, да, это у меня ник в Дискорде да. Такой. Все окей. Мы снова с вами, дамы и господа, ждем начала второго матча, ждем, пока будут подсчитаны все очки, когда мы сможем вам рассказать о результатах параллельных всех первых матчей, которые прошли первого круга нашего сегодняшнего противостояния. Напомню, для вас сегодня работают Джимми Вебс и Зомбирус, которые, думаю, вы это все и так узнали, как минимум по его нежному голосу, но и, разумеется, в кадре вы тоже, я думаю, его видели. Дамы и господа, тем временем, да, у нас там пока готовится... для вас дополнительные элементы, да, развлечения. И в качестве первого этого элемента развлечения у нас на связи капитан одной из команд, Блэксилер Уфа, который вам всем, я думаю, известен. Но давайте попробуем с ним пообщаться, узнать, как ему игра, как ему первый матч сегодняшнего нашего противостояния. И я надеюсь, он нас слышит. Я вас слышу. Добрый Алло. Вечер. Добрый вечер. Ну что же, расскажите, как у вас сегодня пошла игра поначалу? Первый матч, я понимаю, что он в том числе и разогревочный, но как у вас настроение боевое и настроение как вообще игра боевое. Прошла? И мы, на самом деле, вы знаете, я не представлял, насколько хорошо мы с этими ребятами сыграли с первого раунда. Мы просто дичайше тащили, что, конечно, было видно, наверное, на этой трансляции. Да, разумеется, мы следили за... Я на самом деле шучу, просто дело в том, что мы первую половину раунда пытались сыграться просто, и постепенно у нас начало что-то получаться. Вот. Ну, у вас впереди, да, еще 6 целых карт, я думаю, это проявится во всей своей красе, да, в том числе. Была одна неприятная проблема, пропал интерфейс по очереди практически у каждого члена команды, и в какой-то момент мы попали на настоящую войну. Там оружие было! Стой! Видели, как могу? Ладно, все, поехали, господи. У нас здесь мини-открытый мир, поэтому...
блять, приехал. Алло. 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 Все ушли, да?